привет, ребята! Я все снимаю для вас меню на неделю. Вот сегодня я отсняла еще одно блюдо. Сейчас оно у меня доготавливается. Я вам... Вот потом мне нужно будет доснять финальный, в общем, результат. Ванюшка спит. У нас сегодня так хорошо. Мы сегодня утром гуляли. У нас тут во дворе. Сейчас Ванюшка уже спит, Ваня его уложил, и вот я тем временем пользуюсь тишиной и как бы снимаю. Сейчас мне нужно будет разобрать посудомойку и загрузить туда грязную посуду. Здесь вот у меня чистая, так что сейчас буду разбирать, и у меня совсем скоро все доготовится, и мы уже будем кушать. Ребят, Ванюшка у нас... Просил все пойти на пляж, на море, показывал на него из окна и говорил, в общем, мы поняли, что он хочет на море. Но здесь такой ветер, и вы сейчас увидите, какой здесь прям шторм, море такое неспокойное. В общем, сейчас прогуляемся, если будет сильно холодно или сильно будет некомфортно, то поедем домой. Но ребенок счастливый, смотрите, бежит. Да, я тут рассказываю, что... Ванюшка просил пойти на море, еще вчера просил. Да. Вроде солнечно, ветер, конечно, но не так холодно. Ты его, главное, тепло одела, поэтому... Да, я его тепло одела, очень. Поэтому я надеюсь, он... Собака! Ты посмотри, какие волны сильные у моря, сынок. Смотри, как волнуется море, видишь? Да. Это ветер такой же, как когда мы тогда приехали после садика, нет? Помнишь? Но теплее. Сейчас теплее. Да. Ну я тогда был вообще не одет практически. И тогда было намного позднее, вечер прям был уже. Угу. Все, ты закапываешь машинки? Вау. Какие волны. Все, с моря мы ушли. Блин, я хотела заснять, как он держит ручки, он их рассоединил. Пойдем? В общем, там очень сильный ветер, и мы собираемся на площадку подальше чуть-чуть от моря, потому что чем дальше от моря, тем меньше ветра. Вот, а мы и так все втроем сопливые, хоть и одетые, но все равно. Пойдем на площадочку, сейчас поедем, там черепашки, по идее, есть. Наша машина? На площадку мы поедем на площадку смотреть поедем? На черепашек и уточек. Да? Да? Надо поехали. Ехать. Садись. В этом парке вообще другая атмосфера. Смотрите, ветра совершенно нету, хотя мы в километре, наверное, от моря. Максимум. Мы здесь можем в следующий раз взять ракетки и поиграть в пинг-понг. У нас дома есть ракетки. Голову опускай. А кто в черенке живет? Он забыл, что тут нужно опускать голову. Что, уже ударился? Давно мы здесь не были на этой площадке. Мне кажется, последний раз мы здесь были с Димой, нет? Да. Поедешь с горки? И с Надей. И с Надей и Димой, нет? Вместе мы были? Да, наверное, да. Поедешь с горки? Ну давай, спускайся. Ого, это фонов. Есть, спускайся. Это скорость, это экстрим. Ванюш, смотри, что я нашел. Смотри. Да? Ты помнишь? Беги. А эта горочка повыше будет. И все, надо сразу закопать. О, а я хочу часть на печеньке.
У тебя тоже экстрим? Да. Мы вернулись домой, почему-то там сильный ветер, а у нас на участке ветра вообще нет. Вот, так что мы будем гулять у нас. Здесь комфортно очень. Будем сжечь костер. Также будем жарить лук кальсоц. Вот, так что у нас планы большие. Ребенок играет, муж что-то тоже делает, а я сижу. За всеми наблюдаю, всех контролирую. Самый важный миссия. Да, у меня самые важные дела. Пошел играть на бордюрке. Притащил свои машины. Наконец нас разжегся огонь. Уже стемнело, да. Мы будем жарить лук. Да, мы решили в этой чаше пожарить, а не в барбекю. Убить, так сказать, два зайца. Ой, какой приятный. Пахнет так вкусно. Пахнет очень вкусно. Наверное, надо что-то куда складывать. Возьми форму для выпекания. Угу. В первом выдвижном ящике. Мы будем кушать же, да? Да. Надо будет перчатки захватить одноразовые. И соус. То, что жарим. Да, сейчас папа придет. Ты хочешь кушать? Да. Так ты уже покушал. Ура. Да, кушал гречку, фасоль. Ура. И пил воду. Ты что, горит огонь? Да. А что жарим мы? Лук? Папа. Папа? Папа жарит? Да. А что мы жарим? Скажи, лук. Не показывай. Скажи, лук. Скажи, я. Я. Молодец. Скажи, ты. Да. Скажи, лук. Не. Лук. Я. Лук. Я. Лук. Мама. Так, ребят, в общем, это выглядит, сразу говорю, не очень прикольно. Вот, смотрите. Но это очень вкусно. Это невероятно вкусно. Давай, у тебя должно получиться. Ай, не получилось. Сейчас. Ванюша, сядь. Короче, вот. Это снимается горелое что-то? Ну, вообще, ну да, ты, в принципе, правильно. Вот так вот макается в соус. Я так. Мама! Вкусно! Безумие. У нас там он еще чуть-чуть жарится. Надо осталось. Их подольше жарить. Ну, я тоже думаю, что их можно... Будешь? Хрусти, да, немножко. Да, будешь? Я тоже хочу. Вкусно? И обязательно этот соус, он называется кальсоц. То есть, как и сапог. Лук. Да, называется соус кальсоц. Здесь с Ванюшкой уже пошли наверх купаться, похоже. Но у нас осталось очень много лука. Ну, как очень много. Я тут уже сам сижу, ем. Вот, они замерзли, а мне совсем не холодно. И я очень обожаю этот лук. Поэтому я тут сижу один, в одиночестве. И поедаю лук. Это прям вкуснятина. Не знаю, как они это придумали, так делать. Но мне тут для одного меня очень много лука. Много лет назад, когда я еще учился в университете, на первом курсе вроде, мы ездили с Катей к моему другу, с универа, и мы ели этот лук. Мне кажется, впервые я попробовал его. И мы снимали влог. Если я найду и не забуду, я обязательно поставлю подсказочку на этот влог, где мы впервые ели этот лук. Точно так же, как мы сейчас это, в принципе, и делаем. Только я не знаю, как он назывался. Это было очень давно. Лет 5-6 назад, наверное. Вот, и с того времени мне понравилась эта их традиция. Мне просто жалко оставлять столько лука, потому что когда он остынет, он будет уже невкусный. Вот, его нужно есть, вот пока вот он горячий и только приготовленный, потому что потом он остынет, и плюс ко всему
От него очень много грязи. Домой я его нести не хочу. То есть я сейчас поем здесь, все приберусь, и все, и красота. Поэтому я в перчатках, чтобы ничего не испачкать. Было очень вкусно. Я, кстати, объелся. Я прям наелся. Мои ребята уже дома давным-давно искупались все, причем загрузила еще одну стирку, все, сняли себе верхнюю одежду, чтобы провонялись дымом сильно. И вот я сейчас несу чистые вещи, которые сегодня днем стирались, сушились. Вот, и сейчас буду их разбирать. Кто это за красавчики на кровати мне сидят? Ой, буду сейчас разбирать вещички. Ванечка уснул. И у меня постиралась стирка. Надо ее загрузить все. Сушили машину. Грузила я сушилку. Что мне осталось? Я уже разобрала, во-первых, все сухие Ванюшкины вещи, подготовила все рюкзачки, все, что нужно для садика. Он завтра в садик пойдет с новым рюкзаком. Я его провиновала. Вот он, Ферун. И вот здесь у него пледик и полотенечко. Так. В зале мы сегодня практически вечером не играли, поэтому нужно просто задвинуть ящик. Еще я очень хочу есть, потому что я очень голодная. Так, и мне осталось подготовить кухню. Вообще убраться на кухне, но и плюс подготовить ее к завтрашнему съемкам, которые я завтра буду снимать. Завтрак, поэтому хочу, чтобы здесь, чтобы мне завтра этим не заниматься, хочу сделать все сейчас и заодно поесть. А Ваня тем временем, знаете, что Ваня делает? Сейчас покажу, что делает Ваня. Ваня, хотела показать, что ты такой молодец. Я слышал, что ты спустилась. Ваня видео монтирует. Ваня монтирует видосик. Ты кушать хочешь? Ну, наверное, да. Что сейчас будем кушать? Ребят, что-то у меня глаза слипаются. Я очень хочу спать. Что я отправляюсь наверх, на боковую, а Ваня будет монтировать влог. Всем огромное спасибо за то, что вы были сегодня с нами. Всем спокойной ночи и всем. Baby without